Привет, мои дорогие дро, с вами Ваш. Я вне серии открыл несколько коробочек, и мне выпало два эндерперла, что, в принципе, здорово. Так что в этой серии мы с вами... А, тут даже еще одна коробка уже появилась. В этой серии мы с вами продолжим автоматизацию. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Ну ладно, тоже круто. Круто. Очень круто. Значит, это кладем сюда. И давайте, знаете, что сделаем? Сделаем вакуум-хоппер. Для вакуум-хоппера нам нужно обычное железо. Сундук, по-моему. Так, вообще-то, давайте просто посмотрим сначала. То я... Да, сундук, обитый железом. Значит, так вот. Сундук, хоппер и вакуум хоппер у нас делается из обсидиана. Нужен еще. Хорошо. Где у нас ведро? Здесь ведро с водой. Но воду нам трогать рановато. Так. Меня на стрим попросили срубить тростник. И сказали, что больше трех он не растет. Но... Ноуп! Он мне просто не нужен, ребят. Я поэтому его не срубаю. Вот. Берем, соответственно, лаву. У меня в этих бочках уже по 8 литров. Это офигеть. Я даже не знал, что они столько вмещают, блин. 8 литров! Ладно, так. Соответственно. Нужен обсидиан. Такая вот здесь странная система у меня. Замкнутого пространства, все компактно и удобно так, да? Прикольно. Мне нравится. Если вам не нравится, то отписывайтесь. Так, самое ультимативно. Да. Чего бы нет. Хорошо, давайте теперь уберем ведро обратно. Чтобы не потерять. Железо тоже обратно. И что мы делаем? Соответственно, обсидиан, хоппер и энтерпи. Нет, это не так работает. Eye of Ender. Eye of Ender делается из Blaze Powder. Blaze Powder у нас... Да, Blaze Powder. У нас нет Blaze Powder. По-моему, в Сиви делается Blaze Powder. Через дуст. Ой. Что? Как? Верни обратно. Через песок вот это, а через дуст Blaze Powder. 5%. Шанс не такой большой, но... Попробовать стоит. Правда, не помню, куда я в предыдущей серии брал сив. Сиелку эту. Нет, не буду делать золотой этот, а то опять будет тупить. Вот она. Хорошо. Соответственно, кладем ее. Нам нужен камень. И нам нужно перемолоть его в песок. Ой, вот в пыль. Камень в пыль, это же вообще это супер-мега проблематично. Это нужно сделать. Того требует обстоятельства. Вне серии сделал немножечко труб. Они, благо, легко делаются из редстоуна и... И чего? Из стекла. Вот. Так. Работаем. Соответственно. Да, это предстоит некоторое время. Потратить на это некоторое время придется. Не так просто. По крайней мере, сейчас. Так. Так, а с тобой что не так? Хорошо. И, соответственно, вот это вот в пыль. Да, это интересно. Это самая интересная часть летсплея. Вы чё? Вы хотите перемотать это? Нет. Это супер интересно. Вы чё? Вы просто не понимаете. В этом вся соль. Все. Еще больше соль в перемалывании дуста. Нам нужен всего один Blaze Powder, так что я не думаю, что это так много времени займет.
Я включил вам музыку, но не могу, так что. Это молчаливое махание рукой. Сейчас где-нибудь 50 штук когда останется, проверим, может я уже скрафтил. Вот, по-моему, была. Да. Все. Соответственно, это ломаем. Ух, ну и бардак опять в сумке. Я не могу просто, когда у меня бардак, ребят, надо сразу убирать, а то потом заколебешься с этим работать. Кварц, лит, сильвер. И алюминий. И Blaze Powder мы превращаем в Eyefinder. И крафтим из этого вакуум хоппер. По идее, мне нужно больше вакуум хопперов, но я не могу себе позволить больше, потому что мне нужны еще трансфер-ноды. Так что пока пойдусь. Они тоже, как вы знаете, требуют Ender Pearl. Так, с два редстоуна, труба, два камня. Два редстоуна. Два камня. Сундук помощи, да? Сундук нужен? Да. Сундук. И, соответственно... Дук, камень, стоун, дерперл и труба. 4 трансфер-нода, здорово. Текс, чего мы теперь делаем? Мы теперь едим яблок. А теперь надо как бы все это придумать. То есть вот сюда сверху это будет поступать. А поступать это будет откуда? Правильно, тоже не знаю. Соответственно, вот так вот, наверное. Вот так вот. Это позже можно будет переделать, потом я, конечно, не спорю. Просто это же опасные дела. Все. Очень серьезно. Не знаю, снизу хватит ли мне роста достать до этого. Ну, посмотрим. Где? Вот она. Че, придется расширить территорию? Да? Только мне нужен для этого камень. И пыль надо куда-то сложить, наверное. Она может перерабатывать пыль? Может, пускай перерабатывает пыль тогда, чего бы нет. Коль могёт. Так. Нарастить. Ну, плюс одну полосочку сделаю. Это будет достаточно. Во всех планах. Хорошо. Так, и теперь, соответственно, нам нужно вот это. Опасные дела. Хоп. И, соответственно, куда нам надо ее провести? Нам надо, чтобы она не трогала вот эту. Чтобы она не трогала вот эту. Я хотел бы ее здесь снаружи где-нибудь провести, но хочешь, чтобы она не трогала вот эту. Надо просто сразу с умом все делать, понимаете? Нет, можно вот эту трубу вот так вот скосить здесь, чтобы она вот так по-уродски шла. Но хочется так по-другому, понимаете, да? Я могу поверху это, совсем поверху пустить. Попробовать и спустить здесь где-нибудь. Давайте попробуем. Так, перемалывает вовсю здесь пыль. Так. Соответственно, поверху пустить, это надо здесь... эквилибристические номера исполнять. Экстремально опасные. Суп с картошкой. Значит, надо выше. Ну, где-нибудь здесь надо опускать ее уже, да? Или даже вот здесь. Все, пойдем вниз. Любоваться теми делами. Так, ну и вот где-нибудь вот здесь она опускается, соответственно, да? Угу. Хорошо. Соответственно, иди ко мне. Моя дорогая труба. Ага, здорово. И нам нужно, чтобы... Можно выход переделать, чтобы он был где-нибудь, не знаю, сверху, например. Ну, можно, да, здорово.
Значит, если сделаю выход сверху. Или могу выход вот здесь вот сделать, например. Здесь тоже удобно. Ой. Здесь удобно ведь? Я думаю, удобно, да? Ой, хватит ставить блоки. Значит. Вот так вот, да? Что? А, не с той стороны. Да что? Так вот. Да. Соответственно, это вход, а это выход. Все правильно. Значит, что мы делаем? Вот так вот. Если я поставлю сюда, она скрестится. Если я поставлю сюда, она будет не шибко красиво смотреться. Ну да пофиг. Все. У, замечательно. Только я не тут... Что я натворил? Это вообще не так работает. Ей вообще не нужен выход. Ой. Чем я занимаюсь вообще? Нет, нет, нет. Ты просто работаешь. А заниматься всеми этими делами будет Хоппер. Вот он-то. Его, если мы поставим сюда, а выход сделаем где-нибудь вот здесь. Вот, и соответственно, только здесь тоже не все так просто, здесь надо тоже вот так вот, опа. Потому что он почему-то не хочет в трубу напрямую отдавать все свои дела. Ну а трубы, значит, можно где-нибудь поверху как-нибудь пустить, более аккуратно. Вот так вот, максимально. Как максимально это сделать? Это максимально? Да, вот максимально. Вот, и Хоппер, соответственно, все будет забирать сюда, отдавать в эту трубу, а эта труба, соответственно, идет в этот. А эти, соответственно, работают. Ну что, заценим конструкцию? Давайте починим молоток. Молотки, правда, сюда придется постоянно подкладывать, но это не такая большая проблема, наверное, да? В плане автоматизации. Да, хотелось бы, чтобы все было супер автономно, но... Так, что использует? Round Robin, Randomly. Пускай Round Robin. Все по очереди. И, соответственно, работай. Соответственно, по идее, если я все правильно сделал, то здесь сейчас должен появляться... А, ну сейчас здесь пока ничего не появится. Значит, он все скапливает пока в трансферноде, да? Какой трансферпайп еще? Ну да, он сейчас все скапливает в трансферноде, а потом... Блин, правда, эти, смотри, как много тратится. Посмотрим. 95. 93, по 2 прям, офигеть. Он слишком растратный. Ну ладно. Ну, по крайней мере, это автоматика. Угу, так. Вот это, по идее, тоже можно как-то ускорить работу, но тут проблема в том, что вот это тоже мне шланг не очень нравится. Возможно, его надо как-то вот здесь пустить, по забору. Будет пить. Ну ладно, пока пусть так. Вообще как-то стрёмно, конечно. Давайте попробуем вот здесь вот. Ну как-то, да, посимпатичнее смотрится. Ладно, пока можно сложить все эти дела. Все эти трансфер-ноды. Прочее и прочее. Текс, и чё я хочу, чё я хочу? Да, все вот это хотел сложить. Соответственно, сначала руду сложим, потому что руды новые не появляются. Вот это... Вроде все, да? Вон, мил какой-то. Так. Ладно, лишнего не положить. Вообще, наверное, флинты можно не здесь хранить, потому что они как-то вообще слишком много места занимают, но посмотрим. Так, эти бонмилства сюда куда-нибудь. Вот, что-то пропустил. Так, потом, что у нас здесь? Павдеры Купер, Блейз. Давайте сюда положим.
Так, ампаудер вообще здесь не нужен. Я, честно, надеюсь, что я ничего лишнего этого не положил. Вроде бы все в порядке. Да. Это что такое? Да. Это порох. Blaze Powder, наверное, сюда можно положить вместе с флинтом. Его и флинт хранить там. И, наверное, уголь тоже. Потому что они как-то не шибко-то похожи на... Ну ладно, пофиг. Не шибко-то они похожи на слитки и руду. Пусть будут так. Ну что, получаешь ты? Да, вот он совершенно спокойно получил гравий. Ну все, ну такая автоматика теперь, что просто я буду приходить сюда, а здесь это самое, копится все это дело. Айрон, алюминий, никель. Все, шляпу тоже заберем. Так. И все лишнее тоже. А, что-то мне еще. А, все, да. Так, это вообще можно выкинуть. Это у меня добро навалом. Правда, теперь выкидывать некуда. Раньше я выкидывал сюда, и оно вытекало в никуда. А здесь лава, она как-то... А, нет, нормально. Да, на предметы плохо сжигает. А это нормально. Ну что, у нас 16 минут от серии прошло, да? Давайте вниз посмотрим, как там дела с молотками. В принципе, не так уж и плохо. Там, не знаю... Наверное, раз в два стака придется подкладывать. Так, наверное, нормально. Можно ускорить работу вот этой всей фигни, но в этом нет пока смысла, потому что сам просеиватель, он работает медленно. Я на стриме сделал улучшение. Я думал, что это улучшение для него, но это не для него улучшение, это было какое-то другое улучшение. Вот. Давайте посмотрим на ачивки, наверное. Вообще, были планы заняться... Чем заняться-то? Травой и прочими делами, то есть... Как это называется? Фермерством. Вот, фермерством заняться. Вот, собственно, да. Вообще, вот эту можно улучшить, говорю. Побольше сюда этих всего-всего. Но вообще, давайте ачивки посмотрим. Так, так, так. Это мы все сделали. Вот, смотрим. Field grass 25 блок. Да. Second layer. Да. Tinkins Construct Smeltery. For Procession Core. Tinkers Construct. Tinkers Con. Не так, да? Как? Tinkers. Так же. Tinkers. А что мне нужно с Tinkersом? Смелтери. Надо просто смелтери написать, и все. Тинкер, констракт, контроллер, дрейн. Смелтери, контроллер. То есть не вот это надо сделать? А, нет, вот оно, смелтери. Все, нет, не все, нормально. Да. Upgrade existing Tinker's tool with a metal part. Тинкерс, тулсы. Как их метал партой их апгрейдить? Я вижу, что их здесь полно. Но я не знаю, как их апгрейдить с помощью метал парта. Existing. Что такое existing? Я не помню, что значит слово existing, ребят. Мне придется залезть в суперумный переводчик для таких умных дел. Как это слово пишется? Сейчас я вообще все порешаю, сейчас вообще. Вы тоже офигеете от значения этого слова. Да, существующий, я все правильно перевел. Ну, я не знаю, как это делать, пишите в комментариях, потому что что-то мне не понимаю. Улучшите свой монстр фарм для убийства мобов автоматически. Для автоматического убийства мобов. Да, это сделано уже, и прям супер-мега-автоматизм там уже. Ого, серьезно, Stone Age закончилось? Ну, почти закончился, не знаю, как вот это сделать. Возможно, это, знаете что? Это
Это есть вероятность. Эти клипы, поглядим. Есть вероятность. Вот вообще, в принципе, типа, не знаю, взять железо, положить его сюда и топор положить. Это не работает. Все. Все, все не знаю. Все, все. Все, не получилось. Сами думайте, я не знаю. Хорошо, давайте посмотрим фармящую эру. Вейтеринг кан. Давайте сделаем. Это, в принципе, несложно, наверное. Хайп. Интересно. Железо. Вау. Это не так уж и легко. Ладно, миска, бонмил и железо. Железо. Дерево для миски. И бонмил. Такая картинка дурацкая, что прям даже и не поймешь, что это лейка. Такс. Ну и, соответственно, лейку надо наполнять водой. Что? Типа, да? Типа лейка? Или что? Почему-то она работает только над водой. Почему она просто так не работает? Что я делаю не так? Как тебе наполнить? Правую кнопку мыши. Ребят, я не понимаю. Как это работает? Не, ну серьезно. Почему она не работает-то? Короче, пишите в комментариях, я не понимаю, что-то здесь не так. Возможно, она только над землей работает? Да. Вот она какая. Трюща. Ладно, пофиг. Значит, она заполнена. Что там еще? Что мы сделали? Приготовьте пространство для фермерства для Several Crops. Что такое Several Crops? Какие-то семена? Крупс. Что значит северал? Нет, северал. Придумали северал. Так, короче, надо поспать. Только пока еще доедаем. Значит, нужно что сделать? Я что-то. Вот, ребят, у меня вечно такая фигня, то что я думаю сразу о нескольких вещах и. В процессе того, что я думаю о нескольких вещах и о чем-то еще и говорю, я забываю, о каких вещах я думал. То есть, я не знаю, как это описать. Это просто это кошмар какой-то. Мы, кстати, можем с вами, знаете, что сделать? Такой прикольный инструмент. Для него нужно железо, по-моему, и парочку палок. Сейчас вам покажу. Он блоки превращает в другие блоки. В прикольные. Вот. Чизл. То есть нажимаем Chisel и, допустим, кладем палки на место. И, допустим, берем вот стак кобблстоуна. Нажимаем Chisel. То есть вообще ничего не требуется. Вы потратили одну железку и одну палку. И кладете сюда кобблстоун. Нет, кобблстоун для этих дел не подготовлен. Не работает, ладно. Тогда кладем туда дерево, допустим, попробуем положить. Или камень. Только что-то дерево-то маловато взял. Вот. Чизл. Кладем туда дерево. И вот что может получиться из этого дерева. То есть вот такие разные формы. Разные. То есть. Вот. А если камень, то вот такой вот разный прикольный камень. Как вы хотите, такой делаете. То есть нажимаете и все. И у вас из обычного камня получается вот такой замшилый, допустим. Или вот такой вот. Stone Bricks. То есть Stone Bricks надо крафтить, а то вот. Оп, и стак. Давайте посмотрим, это читерство или нет. Из 64 сколько стонбриксов получится? 4 на 4, 16. Если 4 на 16, все, короче, нет, не читерство.
Вот. Ну, вот такие разные здесь прикольные блоки. Из них можно потом дом построить туда-сюда. Ну, ладно. Чизл это круто, это понятно. Все понятненько, ясненько. Этот кабалстон надо отсюда забрать. Положить его в хранилище, чтобы он слоты не занимал лишние. И поглядеть, что он там просеивает. Он уже стак просеивает, то есть... В принципе, это настолько медленно работает, то что... Тут, в принципе, вообще пофиг всей этой системе. Она работает и работает. А это... Она не успевает за ней. Ей нужны улучшения. Хотя она прилично работает, в принципе. Мне нравится. Вот она сейчас что-то сделает, сразу трансфернот это получится и пойдет по трубе. Железка. Ушла. Так. Посмотрите еще раз в ачивке. Сломаете высокую траву, чтобы получить Минисио Сид. Минисио. Минисио. Минисио кроп. Укроп. Ну давайте пойдем поломаем, что это. В принципе, это несложное. Пойдем. Тут, возможно, коробки какие-нибудь заспаунились. Сейчас это самое их тоже. А приходы. Вот, 4 штучки. Я надеюсь, тут будет интерперл, потому что это самое полезное, что может выпасть для меня на данный момент из коробок. Ну, нет, седло, например. Ведро. Ну, всякие головы бесполезные. Да. Ладно, пофиг. Вот яйцо вспомнилось. Да, выключите магнит, а то сейчас ферма будет поясничать. Так, и по идее, давайте возьмем сразу кости. А так, конечно, можно и вроде бы канистрой этой заниматься. То есть, надо избавиться от некоторого количества животных, наверное. Да. Ладно, пофиг, не буду. То есть, мы используем хайп на траве, и, возможно, я не шарю, но, возможно, она вырастет в длинную траву. Может, и не вырастет, я не знаю. Ну да, короче, это что-то типа пустой трата времени. Страубери. Ребят, ну вы это самое, вы будете мне мешаться, вы понимаете? Серьезно? Что такое пинаут? Пианут. Кофе-бин. Еще. Это похоже орешек какой-то или типа того. Нет. Нужно погуглить. Я не помню. Не помню, что такое пинаут. Арахис. Да. Орех, как я и сказал. Это что-то такое еще. Рис. Офигеть, это прям простора для хлопок. Тут простора для фермерства просто... Обалдеть сколько. Фермерить, не перефермерить. Только гораздо быстрее было бы, если это водой заливал, да? Я просто боюсь, что семена куда-нибудь туда утекут. Будет не круто. Пинаут. Эжур, птицы, страубери. Что-то очень блестело, похоже на пинаут. Ой, не какой на пинаут, на Минисио. Я не могу здесь находиться, здесь очень тяжкая атмосфера. Ладно. Пойдем все сложим, что ли. Так, так, так. Так, так, так. Тюльпанчики даже есть. И вроде все, да? Ну ладно, с остальным я разберусь потом, вне серии. На этом, наверное, все, ребят. Собственно, такая серия у нас получилась. Мы просто закончили автоматизацию. По идее, вот как это называется? Экс Астрис.
Эпекс, ас. Вот, для него есть улучшение, speed upgrade. Чтобы его сделать, нужно вот такой вот пирамид Room Dust. Это очень достаточно проблемная тема. И Silver Ignat. То есть Silver это, по-моему, помесь какая-то. Молтон Silver, из чего получается? Или погодите, Silver, у меня есть Silver. Алюминий, лид, купер, голд, алюминий, ирон, тин. Да, у меня есть Silver, то есть это не помесь, это просто. Просто руда. Вот, то есть просто из руды получается Silver Ignat. Это несложно. Голд тоже несложно, а вот это вот тут прям вообще катастрофа. Собственно, Blaze Powder нужен, Redstone, это несложно, в принципе. Вот, а потом сульфур. Сульфур получается из Blaze Rodов. Только ли из Blaze Rodов? Blaze уродов. То есть, чтобы сделать speed upgrade, вот это я нахамил, конечно, нужно сгонять в ад. А чтобы сгонять в ад, надо сгонять в ад. Все, изи-пизи, лемон-сквизи. Ну ладно, ребята, в общем, в следующей серии будем разбираться с вами, чем заняться. А пока на этом все, ребята, и пока. Я могу, конечно, сесть на лошадь и сказать: Look at my horse is amazing. Но на этом точно все. Пока.